Гибридная хоста Maui Buttercups имеет низкий рост, примерно 25-45 см, и золотисто-салатовые листы ланцетной формы. Раскидистый многолетник теневынослив, высаживается на открытом грунте во влагоемкую в меру удобренную почву. Цветение проходит во второй половине лета. Кустарник не имеет запаха и не требует особых усилий для ухода. Достаточно одного полива. Лаймовые листья собирают селекционеры и садоводы. С помощью Maui Buttercups можно декорировать дачу или дворовый участок. Необычные побеги также придадут завершенный вид любому подарочному букету. Хоста гибридная Maui Buttercups — это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров. Хоста прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для влагоемких почв. По типу ствола хоста гибридная Maui Buttercups можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания хосты прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает хоста гибридная Maui Buttercups в месяц июль-август. Лист этого прекрасного растения по форме ланцетный. Обратите внимание, что хоста гибридная Maui Buttercups – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.